Так, решил снять видосик, как работает PUBG на Sony Z Ultra с разогнанным процессором и видеопроцессором, также с повышением максимальной температуры в ядре. Как это все сделать, я вам сейчас быстренько расскажу. Как видите, в игре стоят средние настройки. У нас ничего не лагает, ничего не фризит. Давайте вот так камерой поможу, чтобы было понятно, что все работает четко. Ни подгрузок, ни фризов нету. Это все благодаря тому, что мы поставили разрешение 720p. Вот так вот все шикарно, четко. Есть тени от некоторых зданий и деревьев. Ладно. Пожалуй, выходим из нашей игры. Как это все сделать? По максимуму разгоняем наш процессор. Ну, в моем случае я выбрал стабильных 2150 МГц на ядро. Обязательно разгоняем видеопроцессор, то бишь ГПУ. В моем случае это 600 МГц. Потом едем в управление температурой девайса. Ставим максимальное значение. У меня это 96-95 по Цельсию, дабы избежать фриза от перегрева. А затем, чтобы поменять разрешение экрана, в моем случае с Full HD на HD, используем утилиту Second Screen. Ставим профиль вот такой вот. Жмем Turn On. И все, готово. Разрешение поменялось. Можно комфортно играть без лагов. Ну, в принципе, в любую игрушку. В нашем случае это PUBG. Работает действительно четко. Батареечка уже садится. Попробуем проехаться немного. Звук тормозит. Временами не хватает частоты процессора. Можно еще ее поднимать, но я этого не делаю, поскольку очень быстро садится батарейка. Также можно настройки в игре более низкие выставить. Ну, собственно, это такой простенький гайд, как поиграть на весьма слабом телефоне с достаточно хорошим FPS. Всем спасибо.